Здравствуйте, подписчики моего канала, вас приветствует Пайк Хантер. Вы на моем канале. Вот изготовил очередную партию джеркбейтов. Использовал я эпоксидную смолу Artline. Очень великолепная эпоксидная смола. Долго я искал, думал. Конечно, дороговато стоит, но оно стоит. Чтобы ее купить, можете зайти на сайт Artline. Без пузырьков, растекается равномерно, с ней удобно работать, прозрачность у нее идеальная, просто идеальная. По сравнению с Envirotex, конечно, не пользовался им, но я думаю, она не хуже Envirotex. И его сейчас проблем заказать, так как он только на eBay. Его можно найти. Так что смотрите. Вот мои джеркбейты. Конечно, не конечной стадии их. Но когда я изготовлю, сделаю до конца, сниму следующее видео. Так что всем привет, всем ни хвоста ни чешуи на рыбалке, ловите, приобщайтесь, джеркбейты рулят. Если вы хотите поймать трофейную щуку, ловите на джерки, всем советую. Всем удачи, до новых встреч на моем канале, пока.